Всем доброе утро. Я еще ничего не соображаю, а Ира там уже печет блины вовсю. Сосиски варит. В общем, все что-то суетятся. Я сижу. Прихожу в себя. Погода супер. Дышится классно. Вообще круто. Ира уже там суетится что-то. Блин, Ир, такие пышные, капец. Ну, хорошенькие. Да. Ага, ну какие слова. Крутецки. Крутяк, вообще будет вкуснятина. А ты что, сюда и Здесь еще дрожжи много. привезла, да? Я и дрожжи привезла, и разрыхлитель, и этот, как его, блинчик. Красавица. И Но я вообще хозяюшка. люблю оладьи печь. Мне нравится А вот это. у меня так никогда не поднимается. Ну, ты на дрожжах ставила? Ты, знаешь, без дрожжей? Без дрожжей такие не поднимут. Ну, может быть, и поднимется. Кто-то мне так пишет в комментариях, что мы без дрожжей, мы такие пышные. Я не знаю, на сколько я пекла на этом. Если соды там кучу добавить, но я не люблю добавлять соды. Поэтому я вот это без соды. Ну, как бы разрыхлитель, да, там есть чуть соды, понятно. Классно вообще. Ну, вот, смотри, какие пышники, Да смотри. Не знаю, здоровские, здоровские. вообще просто вкусняшки. Сосисоны. А что, омлет-то в итоге будем делать или нет? Омлет будем делать А, омлет тоже позже. будем. И омлет будем делать позже. Так, мы со вчерашнего забыли посуду помыть. Пока Тамыра печет блины, оладьи, я быстренько тут помою. Вообще, если честно, я дома никогда не оставляю посуду. Но вчера мы так утомились и попили венца хорошо. Так, Ира, у меня вот одна кастрюлька как раз для омлета уже помыта. Ну, так, делаем омлет. Интересно, желтки какие? Не желтые? Ну, вот это желтое. А вот Не это должен быть оранжевые? яркий, должен быть, по идее, если это свои. Ну, это как свои, он говорит. Ну, я говорю, что такие, знаешь, яркие обычно. Ну, да. А по цвету как будто... Вот, обычно мне казалось, что свои Вот должны быть вот такие вот, такого да. цвета, да, Да. яйца. Хотя, видишь, Ну, печать или нет, ну, какой-то. без знака Без знака качества. Знаешь, как это кур в каком-то фильме, когда он такой берет яйцо. Блин, это где? Про Аюб какой-то фильм, забыл, как называется. Берет яйцо, а там раз курица снесла, он такой берет, раз и знак качества сразу. А вот это давай интересно. Нет, Мы все все одинаковые. одинаковые. Блин, оладьи у меня мечаются. Блин, на что я прям мощные. Все. Да А ты ладно, все. посолила? Пока нет, все, перемешать чуть. У меня уже оладьи осталось ну, на два раза на печь. И как раз запечем, мы в эту сковородку сделаем, да? Да, и в эту сковородку положим. Я проснулась, зарядку не сделаю, ничего не сделаю. Вот сейчас на зарядку все пойдем. Поедим и на зарядку. А что? Жень, с нами зарядку будешь делать, Жень? Конечно. Мне же вообще мужчина это сказал, которому встретили экстрасенс, он сказал, вам только надо, у вас одно, вам надо делать зарядку. Все. В остальном у вас все прекрасно. Тихо, блин. В остальном прекрасная маркиза. Теперь вот наливай молока, я тебе скажу. Вот молока мы мало купили, на кофе потом не будет. Лей, лей, лей. Хватит. Ну вот это стакан берет. Вот, хватит. Может, чуть меньше. Ну все, на один раз здесь. И все. Все. На соль нормально? Нет. Еще? Угу. Хорошо.
Венчик такой, стародревний. Все, карась. Угу. Ага. Так, я пойду сразу венчик помою. Ну, почти все, сейчас еще одна порция. Одна порция, да? И все. Эти уносить. Там мух нету. Может, накрыть салфеточкой сверху. Вот, вот салфетки. Это кто привез салфетки? Я. Ты? Так, где? Чашки где у нас? Давайте туда, на стол. Куда? Где? Вот она. Твоя где? Это я моя. Вот, да, я это... вот ее сейчас допью как раз. Женьке самую маленькую чашку выделили. Не, ну, в принципе, он из нее сегодня кофе и пил. Я вчера, Жень, лежала на матрасике вот на этом где-то. Удобно? Да, так удобненько лежишь. Там я вот тебе и положил обратно. Вещи только свои разобрал там. Я вчера на нем это... Ты пакетики с чаем туда отнесли? Там у нас, там. Книжка так хорошо, мне нравится название, но я уверена, что здесь что-то про деревню. Потом остальные люди и какие-то рассказы. Герои. Ну, что-то какие-то, да. Мне кажется, это какая-то херня. Родионова. А что? Родионова и все, херня. А это что такое? Это мне нужно, скажи. Помойник. Это же нужная вещь. Так. Масло еще забираю, нашу. Омлетик. Наливаем. Нет, цвет, конечно, ярко-желтый, потрясающий. Что цвет ярко-желтый, потрясающий. Смотри, какой. Угу. Крышку надо снять. Слушай, вот как-то огонек бы поменьше сделать. В другую сторону. Нет. Тихо. Чтобы не выключился самое главное. Все? Да. Крышку тебе доставать? А есть крышка? Я думаю, себе. Крышка вот, наверное, отсюда. Или нет? Вот какая. Или это маленькая. Ты что, там снимаешь? Да. Целый художественный фильм уже получается. Художественный фильм называется «Утро в деревне Михайловские выселки». Вот так вот. Друзья. Наши друзья. А я песню спою. Нас утро встречает прохладой или рассветом. Кудрявая, что ж ты не спишь? Ля-л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 я
борщ тоже почти готов. И сейчас покажу вам, что у нас там на столе стоит уже. Оладушки, сосисечки. Ой, мама моя дорогая. Друзья, ой, завтрак был просто шикарный. Спасибо Ире за оладушки, за омлетик. Я так, помогала чуть-чуть. Смотрите, как она цветочки утром набрала. Шикарненький вообще. Букетик прям вообще в тему лета. Все, погода супер вообще. Всех с праздником Троицей. Я буду продолжать это прекрасное утро лежа. Я буду загорать. Буду ловить лучи солнца, ловить энергию солнца. Я вообще очень люблю загорать. Я уже, по-моему, это говорила. Все, ребят, всем хорошего утра, хорошего дня. Всех с праздником!